Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Hill Climb Racing. Ну что ж, у нас есть немножко денежек, 5700, и мы можем разблокировать новую карту Лес. Давайте. Ощутите тишину и спокойствие заповедного леса на гоночной машинке. Давайте купим. Есть, мы активировали, и у нас очень мало денежек стало. Давайте стартанем на нашем первом, на первой нашей машинке. Попробуем. Посмотрим, что у нас тут в лесу находится. Да-да-да, помню я эту карту. Лес, а в смысле? Мы же не лес, а нет, лес мы активировали. А я думал, мы активировали город. А, ну ладно. Город, наверное, после леса. Ну я сейчас посмотрю, кстати. Сейчас я посмотрю. Надо будет с каждой машинки здесь поднять немножечко денежек. Так, сколько нам дадут? Соточку? А, 1000, косарь нам дали, ребята. Ну вот, неплохо тогда. Если мы наберем побольше денег, мы тогда с вами еще новую карту откроем. И, естественно, ребята, на новой карте мы еще денег заработаем. Да, ну а пока мы на машинке своей едем в лесу. Так, надо, главное не разбиться. Ой-ой-ой, что-то так перевернулся странно, чувак. И шапку потерял. А ну-ка давай дадим назад немножечко, сдадим. И поедем вперед. Так, бензиночка у нас хватает, хорошо. Кстати, смотри, какой подъем. Очень мощный. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, я на своей машинке не могу подняться здесь. Давай побольше. Быстрее. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, нифига, не хватает у нас мощности. Мощности не хватает нашего автомобильчика. Фигня какая-то. Да, двигатель надо нам покупать более мощный. А, проехали совсем немножко. Ладно, 1000 рублей заработали. Да, лес. Город я еще не активировал. Город стоит 12 тысяч. Почему-то я думал, что у меня уже и город есть. Нет, нифига. Тут очень много, кстати, зима, шахты, долина в пустыне, пляж, застойное болото, ледниковый гонщик, лоскутный завод, небесная застава есть. Давайте в нее поиграем. Почему бы и нет? Стоит один, что-то там, один какой-то. А, нет, смотри, можно. Можно ездить. Ну что ж, поехали. А, нужно нам проехать как можно дальше или дольше? Ну, кажется. Ух, нифига. А чё, подожди. А, нет, всё нормально. Я думал, там бензинчик у нас сверху. Нет, нормально. А, луна. Слушай, здесь это, притяжения нет. Да, как же мы будем? Ну, ладно. Попробуем проехать. Ой-ой-ой-ой, переворачиваемся. Ну да, правильно. Это же луна, ребята. Интересно. Ой-ой-ой-ой. Да главное, башкой. А как я так стукнулся головой? Скажите мне, пожалуйста. Я просто прикоснулся. Я не ударился. Нет, к сожалению. Так, ладно. А давайте еще. А сколько у меня билетов? У меня много этих билетов или нет? Так, а почему я не могу... Батюшки, почему у меня не открыты эти машинки? Я же их открывал. Странно. Ладно. Двойные билеты. Поехали. Так, у меня с кучей машинок открытых. Я не понял. Я не понял, ребята, почему. Сейчас будем разбираться. Почему у меня машинки-то не открыты? Это нужно посмотреть. Может быть, я не в тот профиль зашел? Может быть такое? Ладно, сейчас будем разбираться. Как может быть не тот профиль, если у меня профиль-то один? Дуда Плей. Ну ладно, сейчас разберемся. Смотри, коровы даже с этими... Со скафандрами одеты. Видишь, одеты у них скафандры. А что они там, интересно, кушают на Луне? На Луне еды нету. Ох, нифига, что случилось? Смотри, я просто напросто тупо скатился вниз. И все, и не могу ничего сделать. Да, к сожалению, я еще и потратил билетик. Машинка встала. Раз, два, три. Нет, я ничего не сделаю. Давайте выйдем отсюда. Угу. А что, что умер? Это нормально сидел? Так, а где у меня? Подожди. Сейчас я беру, например... сельская местность, лес. Батюшки. Да, подожди, что-то случилось. Это не тот профиль, который мне нужен. Конечно, нафиг. У меня тут все открыто было. Ладно, ребята, сейчас будем разбираться. Ну, все, ребята, я нашел свой канал. Нормально все. Едем, у нас гоночка. Вот, выбираем автобус. А я уже, знаешь, я уже испугался. Думаю, а как так? А как так? Все нормально. Вот мой аккаунт основной. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, едем на автобусе.
Есть, взяли мы бензинчик. Так, пока что первыми едем. Это хорошо. Нам главное первым приехать до финиша. Так, видишь, какой-то чувак нас чуть не обогнал. Ой-ой-ой-ой. Да, потом мы, конечно, стукнулись, но ничего страшного. А, идем далее. Все. Нам главное победу полностью держать. О, какой-то чувак, смотри, оторвался. Ё-моё, тихо-тихо-тихо. О, ребята, я четвертый еду. Это нехорошо. Давайте этого обгоним. Чувака на мотороллере. Не-не-не-не-не-не. Ребята, мне нужно прийти первым. Отдыхайте. Отдыхайте, не знаю, чайчик попейте. Ох, нифига, я лечу. Пожалуйста, пожалуйста, давай, едь. Ах, отлично. Фух, я ж прям, знаешь, так разволновался. Я думал, проиграю. Нет, нормально все. Все, поехали дальше. Опа, идеальный старт. Хорошо. Ох-ох-ох-ох-ох, тихо-тихо-тихо. Ё-моё, как я стукнулся. Давай. Едь быстрее. А у них, смотри, еще турбо у этого чувака стоит. Офигеть. Давай. А, деньги профукал. И бензинчик тоже. Ну, ничего страшного. Я думаю, бензина тут хватит. А, вот еще бензин есть. Да, отлично, проехали. И мы три гонки с вами завершили победно. Победно. С победой. Класс, превосходно. Мне еще 100 монеток дали. Так, спасибо. Немножко... А, смотри, первый снег. Ага, гонка с боссом. Мэки. Ну ладно, давайте попробуем на автобусе. На автобусе поедем. Все, поехали. С Мэки. Но здесь я Мэки почему-то победить не могу. Очень-очень Мэки быстрый гонщик. Давай. Смотри, видишь, она меня уже опередила. Ох, вонючка Мэки, как же тебя победить, а? Алло, разбился я. Эх, надо другую тачку брать. А, тачку я не могу взять другую. Все, будем на автобусе тогда кататься. Да, старт был не идеальный, ну ладно. Надо аккуратненько. Едем. Ух ты, оторвались от Мэки. От Мэки оторвались, не может быть. Не может быть, ребята, что мы оторвались от Мэки. Хоть бы я сейчас первый приеду. А, нет, нифига, вон, смотри, Мэки. Мэки мчится. Вонючая Мэки. Да ё-моё, какие тут... какая неровная трасса, ребята. Сейчас Мэки опять приедет первая. Да что такое, как же тебя победить? А, вонючая Мэки. Вонючка. Ну, она первая приехала. Мы только вторые. К сожалению. Ладно, сейчас попробуем в третий заезд. Как у нас получится. Так, идеальный старт, хорошо. О, смотри, здесь как сложно все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чуть не разбился. Хоть бы Мэки хоть один раз разбилась. Нет, нифига. Мэки не разбивается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, блин. Ладно. Пока едем. Может быть, еще и первыми приедем. Было бы очень даже хорошо. О, нет, разбились мы. Нафиг такие делать трассы тяжелые, а? Так, 50 монет заработали. Отъехали мы, естественно, немножко назад. Ладно, давай поиграем в приключения. Давайте разблокируем город. Да. Все, город мы разблокировали. И немножко в городе будем зарабатывать деньги. Давайте поедем на нашей машинке. Давайте поменяем вид. Так, а что у нас здесь? А у нас здесь нету такого рандомного, да? Так, вот такую может быть одежду. Элис. А, или может такую шляпочку ей дадим? Нормально. Так, и по одежде у нас новая одежда есть. Хорошо. А, готово. Поехали. А, подожди, я машинку хотел еще разукрасить. А, давайте такую машиночку возьмем. Все, поехали. Так, едем, ребята, в городе. Мы открыли трассу в город. Ну, наконец-таки. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Тихо. Нормально все. 5000 монет у нас. Но зато у нас есть уже, ребята, открыта новая трасса город. И для новой трассы надо аж 30 тысяч монет. Офигеть, для меня это очень много. Для меня это сейчас, в данный момент, это очень большая сумма. Так, итого 6 тысяч уже денежек мы заработали. Ох, какой же сложно управляемый транспорт у меня пока. Надо его прокачивать. Ох, кое-как заехали. Нормально, сейчас еще дадут денег мне. Надеюсь, косарек дадут. А ну-ка, косарек или соточку? Да, косарек дали. Ой-ой-ой. Может быть, потому что это город?
В городе побольше дают денег. Ладно. У меня еще несколько видов транспорта есть, которые мы, ребята, обязательно в городе еще проездим, покатаемся, чтобы прокачать и заработать кучу денег. Вот, еще косарек. Да, косарь. Ребята, так мы с вами накопим на новую трассу. Так, 57 метров. Будет еще мешочек с деньгами. А у нас, походу, уже бензиночек заканчивается. О, нет, успели. Давай. Едем. Ох. Как мы стукнулись. Давай, едем аккуратно. Да ё-моё. Нет, вонючка, не падай в воду. Так, а чё, мы всё, разбились? Да. Не получилось, конечно, подольше проехать. Ну, ничего страшного. Давайте в город выберем новую машинку. Так, подожди, скутер. Давайте возьмем скутер. Поехали. На скутере. О, скутер у меня вообще такой. Транспорт непрокачанный. Я помню, я его покупал. Очень много денег я его отдал за этот скутер. Мне было очень жалко денег. Потому что он мне изначально вообще не понравился, скутер. Ну, такой, стрёмненький. Ладно, давай хотя бы немножко денежек заработаем. О, 1000. 1000 или 100 было? Что-то я уже не заметил, сколько нам дали. 1000 или 100? Или 1100? Ладно, сейчас новые монетки возьмем, посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой. Скутер вонючий. Давай, едь, пожалуйста. Так, вот еще монетки. Сейчас посмотрим, 1000 или 100. А, 110 монет. А это очень мало. Почему так мало дают? Я не в курсе. Но уже 10 тысяч у нас заработано. Это очень хорошо. Нужно очень много монет в этой игре. Чтобы прокачать машинки, нужно кучу денег. Офигеть. Поэтому я и не могу прокачать многие машинки. Потому что у меня не хватает денег. А мне нужно еще и... Хочется и открыть новые трассы. Больше, чем прокачать машинку. Опа! Давай. Есть, хорошо. Скорости хватает. Давай, еще немножко. Пожалуйста, ну скутер вонючка. Да, вонючий скутер. Разбились мы. Ладно, у меня еще автобус есть. Давайте город выберем автобус. Да, последняя тачка. У меня только 3 тачки. Представляешь, только 3 тачки. Все, поехали. Так, тут что у нас будет? Скутер. А, машинка и скутер или просто скутер? Нет, машинка, скутер и я еще. Нифига, и все везде Luda Play. Офигеть. Так, будем сейчас надеяться, что на автобус дадут побольше монеток. Не 100 монеток, а 1000. Давай смотрим. А, нет, вонючка, просто 100 монет нам дали. Это очень мало. Очень мало. Пока что мы на 10 тысячах монет застряли с вами, ребята. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо, автобусик, вонючка, давай нормально едь. А, вроде бы мы от всех оторвались. С одной стороны, это хорошо. Опа, давай, едь. Ой, давай, хорошо. Здесь опасно было проснуться. Опасный такой подъемчик. Опа, время в воздухе 4 секунды. Хорошо, мне еще денежку за это дадут. Ну, давай, докатаюсь я. О, да, есть. 11 тысяч есть. Ну, надо хотя бы 1012. Ну, сейчас попробуем. Посмотрим. Так, 130 монет. О, давай автобус, пожалуйста. Угу, едем. Так, я хочу дольше проехать, чем обычно я на машинке проезжал. А, видишь, да. Отсюда на машинке я не смог проехать. О, бонус за расстояние 1200. Понял теперь. Бонус за расстояние дают только просто на любой машинке ездишь. Нифига ты не получишь. Ах. Смотри, у нас автобус развалился. Потихонечку разваливается автобус. Ну, уже монет 13 тысяч мы собрали. Да, ну на новую карту еще пока денег не хватает. Но будем потихонечку копить. О, чувак отлетел. Все, если чувак отлетел, то значит, ребята, уже наш автобус разваливается потихонечку. Все. Третий чувак тоже отвалился. Давай. Есть. Немножко осталось. Ладно, будем ехать тогда на одном колесе. На одном колесе, ребята, тоже можно далеко проехать. Сейчас мы это проверим. Да. Мне нужно... Да, еще до монеток доехать, и будет вообще шикардос. Шикардос, ребята. Есть, 1300.
Итого 16 тысяч монет у нас. Очень даже хорошо. Очень даже хорошо. Нам нужно постараться еще открыть одну карту. Не знаю, получится или нет. Будем стараться. Еее, еще монетки нам дали. Круто. Но автобус наш разваливается на глазах. На глазах разваливается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подъем будет крутой. А, не, нормально. Вот, еще монетки. Круто. Уже почти что 1500 нам дают. А, это хорошо. Так, ладно, едем. Аккуратненько. Опа. Ну, автобус более-менее у нас шикарен в этом плане. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, пожалуйста. Что же делать, чтобы не разбиться? Все, разбились. Сломался наш автобус, к сожалению.